сейчас скоро у нас вылет. Смотрите на них, а. Обезьянки, чи-чи-чи. И вот так каждый день люди стоят на Ленинград. И это ничего не двигается. А двигается все после Крокуса только сразу. МКАД. Вот МКАД стоит, 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 стоит. Вот мы едем, а это все стоит. Просто мертвым грузом. Вот кто-то на вертике уже едет, видите? Это Пушкин в аэропорт Тарасова. Кто-то подрезает нас здесь. Вариант. Начинаем отмечать. Раз, два, три, четыре. Жанна, Карина. Все здесь, блин. Лялька. Нет. Девчонки, красотки, секретничают. Я говорю, вам нужно как-то и... Я вообще, знаешь, такая запасливая. У меня правда... Мне потом... У меня косметики дофига. Машка взяла косметику, а я... Леха продолжает сам с собой разговаривать. Здесь не верят тебе, что ты разговариваешь. Тут тем более роуминг, Леха. Он с трейдером. Я в батарейку сел еще в самолете. Вот я там говорю. План кабан, я снимаю. Пушкина курил, видимо. Приехали немножко. Давайте в чемодане сфоткаемся, давайте. Погода отличная. Где солнце? Только что я его видела. Давайте вот на фоне Арива. Вот, смотрите. Делегация. Значит, делегация, это чемоданная делегация прибыла. Можно по цвету чемодана вот определить характер человека. Да? Да? А короче, вот наши 12 человек в Милан прибыли. Да. Тагил! Давайте все кинем. Тагил рулит. Угадайте, зачем нам столько чемоданов? Вообще у нас делегация огромная. Там все мы. И сзади еще мы. И спереди, смотрите, сколько нас. Собираем автомобиль. Нам придется на большом. Каплан! Каплан, можешь с тобой сфоткаться? Давай. Как красиво, да? Мы прибыли в отельчик. Вот она, моя Италия. Очень классно. Кроватка. Комплименте. Да. Ну, смотрите, какая машинка прикольная. Вот и поехал. Вот так надо, а то у нас пробки в Москве. У меня было пробок. Да нет, там здесь, блин. Сейчас в Москве на такой машине ты даже не проедешь. Какая красота. Дома. Центральная площадь. Вот мы идем туда. Спасибо. From Russia. And for you. Look. Какая красота. Главное не забудь, куда идти. Вот там, за поворотом, наша гостишка. Вон конь, кстати. Где конь? Мы встречаемся все около... Не ругайся. Ой, как красиво. Красота. Завтра днем с вами придем сюда. Будем смотреть. Так, вот конь. Значит, где-то здесь мы встречаемся все. Я никого не вижу. Красота. Даже людей не так уж много.
очень немного людей. Мы в ресторанчике, очень неплохом местном. Вот такие цены здесь. В принципе, вполне для Европы доступны. И здесь очень атмосферно и классно. Это что в Милане? Евро. Евро. Еда. Еда. И сейчас у нас будет еда. Самое классное, что в Милане? Евро. Какая красота. Это Йосифки, что ли? Да. Я просто один раз в жизни пробовала ежики. И как они? И сейчас, ну, мне понравилось. Интересно. Ежички. Да не любишь, а? Я всю фотку и еду. Ёжички. Наши любимые устрицы. А? Обычно вино пьют. Так выглядит ёжик. Я пробовала в Москве один раз. Мне так себе понравилось. А здесь просто божественно вкусные и полезные. Два ёжика. Ты же не будешь. Я поняла, это твой, твой, Настя. Нет, не надо, не надо. Сейчас впервые буду пробовать рыбку. Брандина, она очень большая. Брандина, правильно сказала? Брандина, да, из-за того, что она транзит. Брандина, брандина. Морозина, морозина, правильно. Все, я попробую. Это девушки были в гостях, они засоветовались так, что здесь. Наташа, то есть поэтому он не ездит на охоту, да? А мне шкура нравится, у рыбы. Ну так, вкратце о нашем пребывании в Милане. Идем раздробленной командой. Пытаемся оградить миланцев от этих девушек. Как давно мы не были в баре. Просто в баре. Тут коктейльчики. Я бы такой куст бы домой забрала. Куст прям заверните.